я благодарю всех, что вы знаете, не то, что я голодная помираю, нет, ко мне приходят мои знакомые, приходят ко мне, что-то принесут, купят мне. Дело не в этом, дело во внимании. Александре Ивановне за 80. Она даже с нынешними послаблениями режима самоизоляции должна оставаться дома. Члены Духовного собрания мусульман России в рамках акции «Мы с вами» привезли ей продуктовый набор. В нем все самое необходимое – овощи, мука, масло, крупы и даже защитные маски, которых сейчас так не хватает. Очень важно помогать близким, родным, соседям, также и даже чужим людям. И мы как бы всегда готовы оказать помощь, содействие, даже не имея самим, даже если люди у нас не имеют возможности, всегда готовы делиться своим куском хлеба. И особенно в таких ситуациях, когда во время пандемии. Юсуп – молодой предприниматель. В наш округ приехал из Москвы помогать людям. По словам волонтеров, подобные акции проводятся постоянно. И по всему региону они развезли уже более 5000 продуктовых наборов. К нам в основном обращаются мусульмане. Это мигранты, которые сейчас оказались в трудной жизненной ситуации. А также у нас есть адреса, не мусульмане, это наши уважаемые бабушки, дедушки, кому уже за 65 лет. У доброты нет границ, в том числе и конфессиональных, поэтому помощь получают все, кому она необходима. Акция продолжается. Совместно с благотворительным фондом «Милосердие» и администрацией округа молодые люди оказывают помощь и поддержку. Ведь главное сейчас оставаться дома. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».